Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня я хочу с вами обсудить вот эту вот тему кейпа, потому что по итогам нашего опроса, который я выложила в обсуждениях, я так поняла, что тема кейпа и пончо очень актуальна. Пончо будет, девчонки, я его уже год назад вязала и тогда половины сняла, оставила, лежит, доделаю, смонтирую, выложу. Самое простое, элементарное, которое справится каждый. Возможно, потом еще какой-то свяжу, но одно будет точно. Что касается кейпа, то, что я увидела на интернете по запросу, девчонки, я чуть-чуть растерялась, потому что я не совсем понимаю, что вязать. Я собрала все, классифицировала на несколько категорий, а вы, пожалуйста, мне скажите свое мнение, вот что бы вы хотели, потому что их есть несколько видов. А что мы хотим, мы не знаем. Вернее, я не знаю, что хотите вы, поэтому помогите мне. Первая категория – это вот такое вот пальто. Оно может быть, соответственно, короче, длиннее, но оно ровного силуэта с дырками для рук прорезным, с капюшоном, либо вот с таким вот воротником. Вот оно. Одно и то же. Это одна и та же модель. Ну, тут просто косы. Ну, по сути, это одна и та же модель. Вот даже схема имеется. Вот такого вот оно вида. Это первая категория. Вторая категория. То же самое, но расширенная к низу. То есть трапеции. Первая у нас была ровная, это у нас трапеции и с теми же прорезами для рукавов. Ну и там уже какая-то отделка. Здесь без карманов, но то же самое по сути. Вот у нас. Здесь я хотела показать просто косу как элемент. Очень красиво, мне нравится вот это вот решение. Ну хотя можно сделать вот трапеции, да, такое, с такой косой. С дырками для ручек тоже будет красиво. Вот оно то же самое, это как жилет, я бы сказала, что это жилет такой. Вот это не знаю, к какой категории отнести. Ну, видела я эту модель очень давно на интернете и даже где-то сохраняла в закладке. В общем, если хотите, то можем и такую. Так, третья категория, вот оно тоже трапеция, но уже с манжетом для рук, тоже их очень много. Вот такое вот полусолнце, сама конструкция как бы полусолнца, в форме полусолнца и плюс еще рукава. Ну, соответственно, горловина, здесь уже дырочек нету. Вот видите, здесь тоже рукава немного по-другому сделаны. Здесь полусолнце и рукава. Четвертая вот категория, тоже такое трапеция, но без рукавов, свободно падающая. Вот она тоже такая, как бы рукава, ни дырок нету, ни рукавов нету. Вот очень симпатичная, мне нравится. Здесь можно сделать капюшон и, конечно же, удлинить, потому что это слишком коротко. Я считаю, что это как бы непрактично. Вот, смотрите, тоже интересное решение с пуговицами. То есть мы можем их использовать, можем не использовать. И вот это... По моему мнению, это просто два прямоугольника с рукавами да с горловиной. Вот и все. А хотя смотрится за счет ниток, я так понимаю, очень симпатично. Буклированные нитки. Ну а вот это я вот хотела показать, эту именно конструкцию с рукавами. Вот такой вот вариант. Ну все, вот это все, что я нашла. Если у вас есть какие-то варианты очень интересные, пожалуйста, присылайте мне ВКонтакте, в Инстаграме. Вот, я выложу еще в обсуждение пост. И мы все с вами обсудим. Сейчас на данном этапе я бы хотела определиться с моделью, какую вы, мои хорошие, хотите. Вот. А на сегодня это все, девчонки. С вами была Вика из Школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.